Мы работаем в сфере интерьерного дизайна уже более 10 лет. Около 6 лет назад организовали собственную студию Geometrics Design. Собственно, с того момента работаем вместе. На самом деле, любое пространство выстраивается по законам геометрии. Геометрия, архитектура неразрывно связаны, и мы решили в некотором понимании этого слова утрировать это понятие для того, чтобы привнести в интерьер какое-то новое веяние и, соответственно, сделать это фишкой собственной студии. Этот проект выстроен на легкости пространства, на его незагруженности. Мы попытались объединить зону прихожей, гостиной, столовой, кухни, при этом максимально правильно зонировать пространство. Ну и, соответственно, чтобы общее помещение выглядело легко, воздушно. Камин, на самом деле, это очень оригинальное решение для городской квартиры, потому что в квартире очень редко можно встретить камин с живым огнем, и камины на биотопливе являются очень хорошей альтернативой. Ну, практически вся зона гостиной выстроена вокруг камина. Мы добавили в зону гостиной два кресла, которые вращаются вокруг своей оси. Таким образом, с этих кресел можно смотреть телевизор, а можно развернуть их и любоваться живым пламенем. Очень позитивные, положительные, потому что фактически эти камины не обладают никаким запахом, а, соответственно, можно любоваться живым огнем не в ущерб эстетике городской квартиры. В жилой и городской квартире крайне сложно придумать место для хранения дров. Ну, в принципе, по технике безопасности это нереально. Поэтому современные биокамины являются очень приятной альтернативой, и фактически можно выставить его как композиционный центр помещения или же как отдельный арт-объект, вокруг которого можно выстроить целую какую-то философию интерьера. Ну, не стала бы так утверждать, потому что мы работаем все-таки больше с современными интерьерами, поэтому, когда такие продукты, как, например, камин, делают шаг вперед в плане дизайна и технологий, это очень здорово и очень приятно, потому что можно как-то такое традиционное восприятие данных продуктов видоизменить и внедрять в очень современные минималистичные интерьеры. Я думаю, что он стал бы целым композиционным центром. Возможно, мы бы выстроили целое помещение вокруг камина, соответственно, сделали бы его каким-нибудь необычным, интересным арт-объектом.